Криминальная хроника. По подозрению в совершении многоэпизодных краж скота задержан житель поселка Щиеля. В июле-августе в полицию поступили сразу три заявления от жителей поселка о краже скота. Сначала двух коров увели с пастбища, затем еще двух, потом еще одно. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан и водворен в изолятор временного содержания 35-летний житель этого же поселка. По данным фактам проводится досудебное расследование.